В общем, краска будет вот такая простая, очень простая, потому что их такие фирмы никто не подделывает, они дешевые. Ну, в принципе, я нашел уже подороже, хорошую, называется Marshall. Сказали, пока что не подделывают, и качество классное. Ну вот, сначала буду красить вот этим валиком, это на первый слой. Второй слой уже буду краскопультом красить, с этим пылеизатором. Если была бы краска суперкачественная, только бы им бы красил, но в этом году я уже нарвался на подделку и не раз. Так что первый слой я теперь только валиком, а второй и там третий, сколько там уже дальше нужно, этим аппаратом. Сейчас я краску разбавлю практически один к одному. Это родниковая вода. Ну, поменьше она там, в принципе, жиденько чуть-чуть добавлю. Один к двум. Тут даже. Один к трем. Есть разная окраска, есть прям густая очень. А и такая жиденькая, в принципе. Здесь. Вот. Но она очень жидкая. Так что здесь водички прям чуть-чуть. Это водомансенка. Да, не краска, водомансенка. Ну все, сейчас вот буду красить вот так вот валиком по ходу. Потому что заходишь отсюда, здесь с разворотом вот так по ходу. А так вот всех лучше, если тупо валиком, всегда крест-накрест. Сначала так, поперек, потом вот вдоль. И у вас просветов никогда не будет. Так, начинаем красить. Валик нормальный, не полосит. И не пытаемся больше брать площадь одним мазком. Размакнули, в принципе, наши валик нужно полосу проходить. Здесь, если не достали, то кисточка вдоль плинтуса. Только не жирным слоем. Ну, краскопультом сейчас все забьется. Так. Вот, например. И берем, гоним полосу. Маленько на старую заходим краску. И тут вот слегка берем пошире, чтобы вот этот мазок убрать. Все, смотрим, чтобы не было от валика ниток, всякие там камушки от краски. Она иногда густеет. Ну, в общем, сейчас краскопультом будем показывать, как покрасим. Так, первым слоем я прошелся валиком. Все, теперь нужно покрасить плинтуса и заодно прокраситься, где валиком я не дошел. Вот, это все закроется. И уже последним слоем, вторым, это уже я буду красить и плинтуса, и сам потолок. Thank you.
Кстати, сейчас факел мощный пошел. Запоминаем краску. Вот. Когда краска плохая, я думал, он у меня сломался, я то сейчас вам говорил, факел маленький был. Факела не было, там такие крупинки, песчанки были, похожи на мел. А вот этот хоть и дешевый, но факел хороший идет. Как и раньше. И прокрашен прям нормально. Вот мы очищали фухроскопуль, чтобы всякие камушки не попадались. Ну все, сейчас все это подсохнет. И этим слоем последним будем прокрашивать потолок и плинтуса. Плинтуса получается как потолок, получится два слоя. Вот, ну все. Начинаем красить полностью потолок. Последним слоем вторым. Все, потолок готов. Осталось ему только высохнуть. Он уже схватывается. Все, уже беленько становится. Плинтуса прокрашены. Сам потолок тоже прокрашен. Практически вот эта вся банка ушла. Цена 280 рублей. Там уже, считай, ничего не осталось. Так. Ну, в общем, вот такое качество. Когда все высохнет, вообще прям будет бело-бело-бело. Но эта краска не кипельная белая, а просто белая, матовая. Глянец я не взял. Максимум можно брать полуглянец. Если брать глянец, то потолки дороже выходит подготовка. Но и краска должна быть соответствовать. Она 1008 должна стоить. Хороший глянец. Так. Ну, в общем, все. Все чистенько, все красивенько. Всем пока, до следующего видеоролика. Подписывайтесь, ставим лайки, подписывайтесь на контакт, на YouTube. Все, до свидания.